Здравствуйте! Сегодня в гостях у программы «Я здоров» главный специалист по детской и подростковой гинекологии Министерства здравоохранения России Уварова Елена Витальевна. Здравствуйте, Елена Витальевна! Здравствуйте, Светлана! Я очень рада приветствовать вас в городе Владивостоке. Последний раз вы у нас были 12 лет назад. Скажите, пожалуйста, вот накануне записи, перед записью нашего с вами интервью, вы уже успели принять 4 девочек. Да. Это какие-то особые проблемные случаи, то есть таких уникальных специалистов, как вы, приглашают не просто так, а для решения каких-то серьезных проблем. Вот скажите, пожалуйста, с какими проблемами уже у жительниц края вам пришлось столкнуться, у юных жительниц края? Да, я хочу начать с того, что приглашение было отрегулировано заранее, и оно в большей степени было обусловлено тем, что сегодня возникла необходимость аудита и помощи в регионах по организации службы и определению, какие есть недочеты и какие есть возможность устранения этих недочетов. Поэтому мы уже третий год по России ведем такую серьезную работу по встрече с детскими гинекологами, с гинекологами-акушерами, которые проводят профосмотр девочек, и вообще со специалистами, которые заинтересованы в охране репродуктивного здоровья. Мы все собираемся и обсуждаем проблемы в присутствии представителей министерств или департаментов, или комитетов здравоохранения региона, определяем, чем мы можем помочь, как мы можем сделать так, чтобы девочки могли получить очную или заочную консультацию, в том числе и госпитализация в наше федеральное учреждение. Федеральное учреждение наше называется Национальный медицинский научно-исследовательский центр имени Кулакова Минздрава России. И это учреждение, которое может оказать самую сложную помощь девочкам. Но тут получилась необходимость с места, поступило такое желание, что не можем ли мы еще посмотреть девочек. Поэтому мы остались на 2 дня, как правило, мы приезжаем на 1 день, и решили вот такую акцию провести. Осмотр наиболее сложных для врачей пациенток, которые у них вызвали какие-то, скажем, сомнения в тактике. Все ли правильно они делают? И поэтому сегодня я посмотрела девочек, которые для нас являются просто, вот так скажем, обычные каждодневные ситуации, потому что они на нас, как правило, аккумулируются. А для врачей, я думаю, было интересно, потому что они, во-первых, увидели, как нужно смотреть пациента во время приема. И второе, увидели нашу логику рассуждений. Она несколько была, так скажем, для них в чем-то нова. В чем-то были вопросы, а почему это вот у нас, и мы объясняли, что ничего страшного, есть такие специальные служебные записки, которые позволяют делать все на местах, и вы можете сделать и это же, потому что из Владивостока в Москву как-то сложно посылать пациентов, да, но мы сможем потом с вами обсудить ведение девочек по результатам до обследования и получения их итогов, или по результатам того лечения, которое либо уже было назначено, мы ничего не можем сейчас изменить, потому что просто это некорректно и нельзя для организма. Но посмотрим, как будет помогать это лечение. Если оно будет эффективно, значит, доктора правильно его назначили. Если будет какие-то затруднения, то значит, надо будет до обследования, тогда мы с ними согласуем эту тему. С какими проблемами уже вот столкнулись? Что это вообще? Вот детская гинекология, казалось бы, маленькие дети и гинекология, в общем-то, несовместимые. Неправда. Маленькие дети – это тоже человек, который имеет право. И болезни бывают абсолютно разные. Я могу сказать, что есть такая вот неприятная ситуация, как преждевременное половое развитие, когда у девочки включаются все организующие центры, и в 3 годика, в 5 лет она имеет молочные железы, фигуру женщины и менструации. Вот так система наша заложена, что если что-то включилось, то она начинает свое отрабатывать по взрослому типу. Это же плохо, это абсолютно неправильно. Поэтому надо своевременно диагностировать, и есть препараты, которые останавливают функцию репродуктивной системы до того возраста, который по возрасту, по периоду жизни соответствует половому развитию.
Это вот такая проблема. У девочек такие же воспалительные процессы, как у взрослых женщин. Но только у взрослых женщин это чаще воспаление за счет смены партнера, либо, там, скажем, случайного полового контакта без предохранения. А у детей это нарушение гигиены, либо именно конкретно у этой девочки, либо гигиена в семье. И тогда те взрослые болезни, которые, инфекции, которые есть у них в семье, они могут и быть у девочки. Допустим, мама, не думая ни о чем, берет маленькую девочку к себе в ванну, чтобы помыться вместе с ребенком, чтобы ребенку не было скучно. И, соответственно, в этой ванной есть этот инфекционный агент. И если у девочки есть какие-то так моменты зацепки, да, потому что микроорганизмы имеют специальные такие генетические сигналы адгезии, то есть прикрепления. И вот вдруг вот получилось, что у этой девочки есть этот сигнал, что микроб может к ней попасть и прицепиться. Он может попасть и все, пройти мимо. Да? А вот если вот такое есть, скажем так, контакт, есть контакт, все, тогда эта инфекция может и у девочки быть. Это вот такой момент. Да? То есть вот гигиена в семье очень сегодня плохо, потому что мы в этом убеждаемся каждый раз. Родители просто забывают, что не только для взрослых она важна. Да, у себя иногда не делается ничего как надо. А у детей тем более. Значит, вот эти проблемы тоже, которые обсуждаются, это у маленьких девочек. Да? Есть очень редкие противные заболевания, которые на коже. Но они не дерматологические, а наши проблемы. Да? У детишек половых путей, на коже промежности, половых губ, которые приносят такие страдания маленьким детям. И мы сейчас тоже разрабатываем эту проблему, потому что это мировая проблема, никто не знает, почему такое происходит у них. Но мы тоже их подбираем им лечение. А вот когда девочка уже становится подростком, то тут, конечно же, очень много проблем. Это касается, так скажем, современных модных тенденций. Первая тенденция – это хочется быть стройной, и девчонки начинают худеть, а в подростковом возрасте это категорически нельзя, потому что, наоборот, должен идти набор массы тела, потому что только лишь набрав определенную часть жировой ткани, включается вот та самая система репродукции, да. И если она не набрала этот вес, который нужен для ее включения конкретно, или, допустим, сначала набрала, а потом резко похудела, то останавливается вся цикличность, и девочка, так скажем, становится без месячных, и, естественно, это стресс для родителей, стресс для нее. И начинается хождение по врачам, да, для того, чтобы определить, что же это такое, как это можно устранить. Значит, вот такой момент бывает. Сегодня мы сталкиваемся, к сожалению, большая беда, но это, скорее всего, связано с нашим экологией, с нашим использованием большого количества пластиков, которые в своей структуре чем-то напоминают стероидные гормоны. И садятся на эти же рецепторы в организме, переходя в более активные формы, садятся на рецепторы, блокируют рецепторы, и либо их блокируют, либо их активируют. И тогда мы получаем вот эти всякие неприятные моменты, связанные с нарушением цикла и даже с истощением яичника. Плюс накопились еще моменты такого, скажем, генетического свойства, которое, наверное, сегодня является оглаской наших 60-х, 70-х годов, когда было очень модно курение, и курили как раз очень такой, скажем, серьезный табак. И сегодня накопились поломки, которые приводят у девочек подросткового возраста к преждевременному недостаточности яичников. И сегодня на приеме одна такая девочка была как раз. Да? Вот. Но у нее еще были опухоли яичников, и делали операции на обоих яичниках, поэтому, возможно, просто не осталось нормальной ткани у нее. Но вот эти моменты. Но очень часто бывает другого типа нарушений – это кровотечение. И вы знаете, самая главная причина этих кровотечений у подростков является стресс. Триггерный, так называемый, да, пусковой механизм – это стресс. Это не лады в семье, не лады в школе, большие нагрузки, страхи, либо неудачи как-то в общении с друзьями. Вот это все приводит к тому, что возникает задержка и потом кровотечение. Ну, как вот сегодня девочка одна сказала, но я маме не говорила, потому что, ну что маме говорить, может, сейчас вот закончится. И вот она с ее
с августа месяца у нее постоянные были выделения кровяные, и это... Немесячные. Ну, это, получается, нельзя сказать месячные, потому что это день есть, день есть. Нет, день есть, день нет, да? То есть это вот такое вот ациклическое кровотечение, это называется. Девочка молодая, ей 15 лет, и у нее только год назад началась менструация. И эта девчонка потом все-таки обратилась к маме, мама обратилась к врачу. Но здесь какой нюанс? Когда выделение продолжается положенный максимум 8 дней, то микроорганизмы не успевают прицепиться, прикрепиться, то есть да, развиться в достаточном количестве в полости матки, потому что полость матки открыта. Шейка открывается для того, чтобы выходили эти выделения. А когда продолжается более длительный промежуток времени, то это происходит. И те микроорганизмы, которые в принципе нормально живут во влагалище, попадая в полость матки, привносят воспалительный процесс. Он хронический, он сразу становится хроническим, потому что они очень ярко выражены, эти проявления, потому что микробы свои родные, да, но не должны быть в матке. И тогда возникает вот это пролонгированное кровотечение, круг замыкается. Значит, надо обязательно знать, что такой момент, такие моменты есть, и правильная своевременная диагностика, противовоспалительное лечение против таких микроорганизмов, которые свои, но в большей степени размножились. Вот это вот проблема маточных кровотечений. Вот когда мы уже отработали современные методы диагностики причин на сегодняшний день и дифференцированного лечения, все-таки в тех городах, где служба работает хорошо, они стали редкой патологией. Но вот когда я узнала здесь, какой же контингент девочек в основном лежит в отделении? Отделение достаточно большое здесь, детской гинекологии, 12 коек. Может быть, на крае это и маловато, но надо это оценить по потребностям. Но говорят, койка работает хорошо, значит, в принципе, значит, можно и до 15 бывало увеличить. Но основной контингент – девочки с кровотечением. И второй контингент – девочки с воспалительными заболеваниями органов малого таза. Уже воспалительные заболевания. Но это, как правило, уже рано сексуально активные девчонки. Значит, что? Профосмотр с 15 лет должен проводиться каждый год. Значит, плохо проводится профосмотр. Еще рано на отчете главного акушера-гинеколога, который, так скажем, так как я первый раз с такой формой общения приезжаю, выступал главный акушер-гинеколог. Она обратила внимание, что на профосмотрах выявляется 4% патологии. А когда вот едут поезда здоровья или вот здесь, в поликлинике, выявление 23 или 35 даже процентов. То есть, получается, каждый третий на самом деле на профосмотр чем-то болеет. А когда его проводят, значит, некачественно проводится профосмотр. И вчера мы подняли вопрос о том, что нужно проводить тренинг. Как проводить профосмотр, чтобы врачи были более ознакомлены, а не просто как там посмотреть внешний вид, там, как выглядит, как развилась, не развилась грудь и молочные железы, и не более того. Да? То есть вот такие моменты, которые нужны были для отработки. Ну и у подростков сегодня еще один бич появился. Если мы говорим об эндометриозе у взрослых, это, конечно, сегодня эпидемия просто. Да? Это и причина болей, это причина качества жизни испорченной и испорченного. Но самое главное – это причина бесплодия. И мы сейчас видим, что мы выявляем эндометриоз у подростков. У подростков. Выявляем эндометриоз у подростков. И поэтому мы обращаем внимание на болезненные менструации. Вот с менархией была девочка, болезненная менструация с менархией. Есть нарушение менструального цикла в виде межменструальных кровяных выделений. Есть периодические сходкообразные боли внизу живота. Вот, нужно было бы исключить эндометриоз. Не подумали об этом, да, сразу назначили терапию. Мы ничего не можем пока сделать, руки связаны, потому что если назначены гормональные препараты, их нельзя так быстро, огульно отменять. Но есть такой очень хороший симптом. Если помогает, значит, все было функционально. А вот если 3 месяца не помогает, остается клинические проявления, тогда мы будем уже однозначно думать об эндометриозе, будем ее вызывать на себя, потому что у нас есть современные способы диагностики, вплоть до морфологической диагностики, современные способы. Задержка полового развития, да, вот то, что похудело. А иногда сегодня это преобладающее. Вот у вас, кстати, в крае по отчетам ожирение. С чем связано? Кажется, морепродукты, но ожирение. Но, как я поняла вчера, что настолько привыкли уже к морепродуктам, что стараются есть вот всякие фастфуды,
да, и стараются есть что-нибудь сладенькое, булочки, и чтобы не видеть больше морепродуктов в своем рационе. Да. И, конечно, тут мясные продукты, видимо, у вас не так популярны, и в основном это вот всякие вот вкуснятины такие, да, которые, конечно, очень легко усваиваемые углеводы, и, естественно, нарушение такого пищевого поведения приводит к ожирению. А ожирение – все, это метаболические нарушения, и уже вторично развивается, опять же, запрет на функционирование нормальное, и получаются задержки, получаются отсутствие менструации, получается развитие синдромов, которые, вот, например, поликистозных яичников, которые уже являются причиной бесплодия. То есть вот видите, сколько проблем лежит в детстве, начиная с маленького возраста. Потому что, ну, никогда не думали, что вот маточное кровотечение более 2 недель – это хронический эндометрит. Мы сегодня это видим налево-направо, когда современные методы диагностики стали использовать. А потом у нее получается в репродуктивном возрасте тонкий эндометрий, не приживается яйцеклетка, и вот начинается ЭКО и мучение, да? А на самом деле, если бы правильно устранили, ничего бы не было. Даже поликистоз бы не сформировался такой мощный, что ничего уже не сделаешь, потому что мы даже можем в ряде случаев помочь негормональными препаратами. То есть вот сегодня как-то так акцент на детскую гинекологию правильный. И сегодня программа усовершенствования системы здравоохранения детства, она включает предупреждение, охрану репродуктивного здоровья. Некоторые говорят репродуктивного потенциала, хотя это одно и то же, потому что это все равно здоровье, да? И потенциал у нас в жизни всегда будет, даже у стариков. Он есть потенциал. И сегодня геронтология поэтому так хорошо развивается. Но вот еще вот с одной стороны геронтология, а с другой стороны детская гинекология. Если раньше считалось, как вы правильно начали, Света, что не может как-то так ребенок и гинекология. Ребенок и гинекология, да. Неразрывно связаны. А теперь получается ребенок и андрология, урология детская, потому что мы имеем в бесплодном браке 56% причин мужское. А почему? Потому что о мальчиках вообще, как очень хорошо рассказала, очень такой очень разумный, философский был главный детский уролог-андролог в России. Казанская Ирина Валерьевна. И вот она говорит, я всю жизнь говорила, но почему же вы трусы-то с ребенка не снимаете, когда смотрите? Правда? Профосмотр мальчикам проводили, а половые органы наружные даже не оценивали. Ну так, пощупает яичко, есть оно в мошонке, и все. А там же очень много других проблем, которые как раз и приводят к тому, что мальчики тоже становятся бесплодными. Поэтому и девочки, и мальчики очень важны. Поэтому мы вот в своей программе «Репродуктивное здоровье молодежи» охватываем весь контингент, весь контекст. Но на детскую гинекологию почему больше акцент? Потому что, наверное, мне считаю, что это моя цель в жизни. Да, коль я стала работать в гинекологии детей и подростков, я считаю, что это мое предназначение. Я должна помочь нашей стране как-то что-то улучшить. Скажите, ну вот специалисты такого уровня, как вы, и специалисты на местах, вот вы правильно сказали, что не всегда владеют там даже техниками осмотра правильными. Вот оцените уровень наших приморских специалистов, вот как считаете, насколько часто необходимы визиты специалистов, подобных вам? Давайте я не буду про Приморский край говорить, но я могу сказать, что вот на примере нескольких регионов России, а именно это Краснодарский край, это Южный федеральный округ, это Ростов-на-Дону, да, где мы организовали так называемую площадку, контролируемую площадку. И мы видим, что работа в течение 5 лет, которые мы с ними проводим, привела к тому, что сегодня, когда я приезжаю, мы говорим полностью на одном языке, с пониманием, что уже заранее сделано, так, чтобы самое сложное я забирала. Все остальное можно решить на местах. Вот это нужно отработать. И, конечно, когда я сегодня первый раз приехала с такой миссией, я вижу моменты, которые больше зависит от того, что перекладывается опыт от взрослых на детей. А есть специфика, есть особенность. И вот эту особенность, конечно же, надо учитывать. Надо этому научиться. И я думаю, что поэтому мы обязательно еще раз приедем.
И вот наш промежуток времени между двумя приездами, сегодня и следующим приездом, мы будем постоянно на связи с докторами. Вот у нас сегодня Яна Петровна Ткачук, главный детский гинеколог Приморского федерального, округа, да, края, Приморского края. Вот, я думаю, что мы с ней будем теперь абсолютно так же на тесном контакте, как у меня со всеми другими специалистами, потому что пока как-то так было немножко грустновато. Хотя у вас очень хороший специалист. Вот с кем я не общалась, не разговаривала, я вижу, что уровень подготовки хороший. И, конечно, все зависит от отношения в семье, родителей и ребенок. То есть, начиная с того, что в семье должна быть правильная гигиена для того, чтобы девочка в будущем не столкнулась с проблемами зачатия и дальнейшей вынашиваемости правильно. Плюс своевременное обращение к врачу. Очень хорошо вовремя мне подсказали то, что родители сегодня, именно семья отвечает за все, за ребенка, да, и, естественно, юридическая ответственность на них. На нас только юридическая ответственность в другом роде, да, в связи с тем, что сегодня есть статья Уголовного кодекса, да, и Следственный комитет на нас очень хорошо внимание обращает. Но родители, к сожалению, не всегда забывают. И даже я вот тут вот несколько минут назад слышала такую уникальную фразу, мне она очень понравилась, что если мама пофигистка, то и ребенок здоровый. Так вот, если вот такая вот вещь происходит, то, наверное, мама пофигистка понимает, что у нее очень много обязанности, которые она предвосхищает, вот то самое, почему ребенок здоровый, потому что она все делает так, как нужно, а не то, что не обращает внимания, ребенок сам по себе такой здоровенький вырос. Вот. А некоторые мамы либо гиперопека, либо наоборот некогда. Бабушки не всегда все понимают. Или бабушек нет. И тогда ребенок становится, так скажем, неухоженный, необласканный. Возникают психологические проблемы, возникают проблемы с гигиеной. Но сейчас еще у нас появился другой момент. У нас появилась возможность профилактики рака шейки матки при помощи вакцинации. И вот эта антивакцинальная борьба, мышиная, которая ни на чем не основана, ничем не подтверждается, но она огульно народ отталкивает от любых вакцин, и в том числе от вакцины против рака шейки матки. Вот это, вот, считаю, должно стать для края краевой губернаторской проблемой, которую нужно обязательно решить, потому что сегодня надо решить это на региональном уровне, чтобы потом уже через год-два это включилось в национальный календарь прививок. И сегодня регионы активно подключились, уже сейчас 35 регионов, и я думаю, что с этого года, после того, как мы обратились в Совет Федерации, и Совет Федерации полностью поддержал вот эту вот тактику, так скажем, полевого внедрения вакцинации, нужно делать, потому что, конечно, вот Австралия та же, да, показала, что это настолько эффективно, что они выдвинули лозунг такой, что к 30-му году Австралия будет без рака, ассоциированного с вирусом папилломы человека, потому что они начали это делать 12 лет назад, и они сегодня видят, насколько это результативно, насколько ушли все те процессы, которые предраковые, начально раковые, и у них на самом деле, вот они считают, что вот еще 11 лет, и они решат проблему рака. С 9 лет, кстати, Австралия, Британия и ряд других стран, вот сейчас Америка к этому присоединилась, гендерно-нейтральная, то есть и мальчиков, и девочек. С 9 лет, да, мальчиков только до 26, девочек до 45. Вот. Поэтому это нужно делать. В нашей стране средний возраст – это 12-14 лет. Основные половые контакты, вот вы так, мы с вами заранее поговорили немножечко, и вы обратили внимание, что возраст начала сексуальных отношений после 15. На самом деле для России это 16-18, как и во всем мире. Ну, не надо забывать, что есть, опять же, модные тенденции. И если раньше это было как-то закрыто, необсуждаемо, и, в общем-то, так как необсуждаемо, то это неприменяемо как часто, так часто, как сегодня, то сегодня очень распространены оральные контакты. И иногда девочка, еще не начиная половые контакты, уже имеет оральные контакты с партнерами, старшими, вот таким же, как она. И вирус папилломы человека садится на ротоглотку. И особенно у мальчиков, да?
Все бывает у мальчиков тоже, к сожалению, эта проблема, особенно с этими тенденциями модными, сексуальными сегодня. Вот. И получается рак крутоглотки. И вирус, попадая в организм, он может осесть в любых местах. И вот вам, пожалуйста, вирус, ассоциированный процесс. Это рак прямой кишки, рак промежности, рак влагалища, рак полового члена. От всего этого можно привиться. Вот, именно так, вы правильно понимаете. Эта вакцина как раз рассчитана на то, что она забирает как причину вот стольких форм рака, потому что они, как правило, вызваны наиболее агрессивными типами вируса, которые есть в этой вакцине. А плюс еще там есть два противовирусных компонента, работающих против папиллома бородавочных. Кандилом, да? И то есть тогда вот Австралия сегодня, как говорит главный специалист, освободилась полностью от папилломы кандилома. У них нет этой проблемы. И если у кого-то они выявляют, это все пришли. Елена Витальевна, ну вот время наше, к сожалению, ограничено. Последний у меня вопрос. Давайте напомним нашим телезрителям, нашим родителям о том, в каком возрасте девочку необходимо показывать гинекологу. Есть какие-то вот прям возрастные цензы, когда вот обязательно ребенка необходимо привести к гинекологу. Да, обязательно нужно, потому что это во спасение, а не в любопытство. Это профилактический осмотр в 3 года. Перед детским садом, как правило, так, почему 3 года поставили, да. Я, конечно, не говорю о нулевом этапе, когда новорожденного тоже смотрит гинеколог и педиатр вместе, девочку, мальчика. А второй раз это в 6 лет перед школой. Почему говорили, мы раньше и делали 7-леток, но на самом деле многие сейчас идут в школу пораньше, или надо успеть обследоваться в 6 лет, потому что там еще и ультразвуковое исследование половых органов включено. Вот поэтому, значит, 6 лет. Потом следующий возраст – это 14 лет, хотя раньше было 12 лет, но в свете экономии казны, так скажем, да, решили, что 14 лет только оставить, потому что, дескать, ну что 12 лет, не у всех начинается менструация, не у всех начинается половое развитие такое интенсивное, лучше сделать 14. Но хотя 12 лет, конечно, это очень важный период, вот это той же вакцинации, как начались, чтобы не запустить эту задержку полового развития. Но вот сделали 14 лет, пока этот возраст остался, а с 15 ежегодно, потому что тут есть возможность роста опухоли различных в подростковом возрасте, которых своевременно как раз, вы знаете, вы не представляете, сколько, в 14 лет тоже делают ультразвук половых органов, и сколько образования в яичнике именно выявляется на профосмотрах, потому что до этого ничего никто не обращает внимания, не ходит, ну болит животик, ну ничего, ну выпей ножку, все проходит. Да, на самом деле там растет образование иногда, да, достаточно крупных размеров. Вот 14 лет, 15, 16, 17 лет. А потом она передается во взрослую жизнь. Не надо бояться гинеколога. Не надо пугать девочку гинекологом, потому что профосмотр – это только наружный осмотр. Никаких манипуляций внутренних, никаких, ничего с ней не делается. Наружный осмотр уже достаточно, чтобы обнаружить порог или обнаружить воспаление. А дальше уже девочка должна быть приглашена на осмотр в кабинет, чтобы довыяснить, есть ли, какой вид и чем можно лечить. Или, к счастью, исключить. Или вообще, к счастью, исключить. У нас, кстати, бывают такие моменты, когда девчонка приезжает с пороком развития, в общем, сгущенные краски совершенно точно, а на самом деле у нее просто, так скажем, клапанное строение девственной плевы, и внешне не видно входа. А на самом деле все есть. Она еще не менструирует, девочку пугает, мама приходит, я ей показываю, как это выглядит, мама счастливая, улыбаюсь, уходит. Это тоже часто бывает. Или киста, допустим, была функциональная, а приехали на прием, она ушла. А это функциональная киста, опять же, мама счастлива, что ничего не надо делать. Елена Витальевна, большое вам спасибо за интересное содержательное интервью. Будем надеяться, что наши родители, приморские, российские, мировые, будут обращать больше внимания на здоровье своих дочек, вовремя, своевременно приводить их к гинекологу, и проблем у наших детей будет меньше. Спасибо вам большое. Всего доброго. Всего доброго. До следующих встреч.